Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их биографии. Евграф Семенович Сорокин. Русский художник, педагог, мастер исторической, религиозной и жанровой живописи. Старший брат художника Павла Семеновича, Василия Семеновича и Рафаила Семеновича Сорокина, династия. Родился 6 декабря 1821 года в посаде Большие Соли Костромской губернии. Дед будущего художника, купец, перешел в мещанское сословие. Первоначальным навыком в искусстве граф Сорокин получил, работая рядом с ярославским иконописцем Телегиным, расписывающим церковь в посаде. И граф сам начал расписывать стены храмов в Больших Солях, затем в Ярославле, получив известность среди заказчиков. Особенное участие встретил Сорокин со стороны одного священника, церковь которого он расписывал. По совету этого священника, к приезду императора Николая I в Ярославль, Сорокин написал картину «Петр Великий» за обедней в соборе, замечает рисующий его портрет Матвеева, и предугадывает в нем даровитого живописца. Какое длинное название. Эта картина была представлена государю, который повелел определить Сорокина в Петербургскую академию художеств. В 1841 году по высочайшему повелению Сорокин был уволен из мещанского сословия и помещен в Императорскую академию художеств, где обучался живописи под ближайшим руководством профессора Маркова. Уже в следующем 1842 году Сорокин получил похвалу Совета академии за историческую и портретную живопись. Был удостоен большой золотой медали и затем отправлен на заказенный счет на 4 года за границу для довершения своего художественного образования, осматривая и изучая по пути все замечательное, что касается художества. Сорокин посетил Германию, Бельгию, Францию, Испанию, Сирию и Египет. В Испании сделал копию с картины Рибейры «Святой Павел». В 1859 году Сорокин возвратился в Россию и занял должность преподавателя живописи в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где и служил до самой смерти. В 1861 году за написанную во время заграничного путешествия картину «Благовещение Пресвятой Богородицы» Сорокин был признан академиком. Значительное число из всех живописных работ Сорокина составляет образа разного рода. Его кисти принадлежит 6 образов в иконостасе и стены изображения евангелистов Марка и Иоанна, Тайной Вечери, Спасителя во славе и Нагорной проповеди в Парижской церкви Александра Невского. За работы в храме Христа Спасителя Сорокин 1878 году был возведен в звание профессора. В первое время своей художественной деятельности Сорокин занимался и жанровой живописью. Ему принадлежит несколько сцен из итальянской и испанской жизни, например, «Испанские цыгане» и «Свидание», и «Нищая девочка в Испании». Умер Сорокин в своей квартире в здании училища живописи, ваяния и зодчества в Москве в феврале 1892 года. Похоронен в Москве на кладбище Покровского монастыря. Ну вот так вкратце из Википедии о Евграфе Семеновиче Сорокине, русском художнике, педагоге, мастере исторической и религиозной и жанровой живописи. Пока-пока, до свидания.